Спорт по утрам. Однажды папа решил, что будет заниматься спортом по утрам. Буду бегать. Это полезно для здоровья и заряжает бодростью на весь день. Конечно! Вместе веселее! Котята с родителями бегали каждый день, пока однажды утром не вышли на улицу и не увидели... Снег? Наверное, за ночь выпал. Как неожиданно в этом году наступила зима. Эх, котятки, бегать по снегу не получится. Придется нам повесить костюмы на вешалку, пока снег не растает. Котятки, что вы делаете? Бегаем! Мы так привыкли бегать по утрам, что решили делать это прямо дома! Мы же на один! Котятки, я тоже соскучился по бегу, но бегать дома так себе идея. Здесь слишком мало места. Вообще-то есть один способ бегать, не выходя из дома. Какой? Вы забыли, что у нас на чердаке есть беговая дорожка. О, Кисуля, ты гений! Класс! Я первый бегу! Браслет безопасности. Включаю режим «Бег для котят номер один». Начали! Здорово! Ничего не хватает! Чего не хватает кожи? О, скачал из интернета видео пробежки. Коржик, попробуй, как бегается теперь.